қалған халықының келешегі юқлығын избатлап тұрасы юқтыр. Россияда ешеген халықлар тілдерінің қолану дайресі елдан ел күннен күн кеми барғанда туған тілдеріні нешік сақылап қаларға. Қойшандыр қошықылап жиылған бұ байлықыны шум ішілеп түге барабыз. Әммәні қал итмәк керек. Шик тиот жиллер қопқаларыны қоғып кеткенде сөз әйтірге де қимеше қалабыз бен. Бүтін дүниеда глобалләшу процесі барған заманда халықларының келешегі нинди болыр? Тілібізді, ғұрып-ғадәтлерімізді соқлай алырбыз ма? Бұ шақты қотлаулы сұрауларды біз түрлі түбеклерде яшауші, туған тілдерін соқлауда зор қызмет қылған милли пәрвер тіл ғалымдарына бірге болдық. Әр халықының да ондай әдіплері бар бен. Чөнки бүгінгі заманда әр халық тырмаша өз юлын, өз юнәлішін ізлей. Ел білен одашып жүргенше, бәлкі аққан судай туры юлын көрсетуші бір маяқ арабызда табылыр. Удмуртия университетінің ғалым ғалымдары да удмурт тілін сақлап қалуда өз фикірлері білен бөлісті. Удмурт дәулет университеті өзінің тарихы, мәктепләре һәм традицияләре булған юғары белем бирүче шын классик уку йортларының берсе. Аның төп бинасы Ижауда урнашкан, шуның белән бергә университетның Кудымкар, Воткинск, Мажга, Түбән Тура шәһәрләрендә дә филиаллары эшләп килә. Бу уку йортының тарихы узган гасырның 30-нчы елларына барып тоташа. Ул үз эшен Удмурт дәүләт педагогика университеты буларак башлап җибәргән була. Һәм 1971 елда гына аңа Удмурт дәүләт университеты дигән исем бирелә. Бүгенге көндә университетта 14 факультет һәм 7 институт эшләп килә. 25 меңнән артык студент биредә белем ала. 1947 елдан бирле Удмурт теле фәне Ижауда филология факультеты бүлегендә укытыла. 1992 елдан Удмурт дәүләт университетында Удмурт филология кафедрасы эшләп килә. 25 лет тому назад, когда вы встречались вот с абитуриентами, студентами и сегодняшние абитуриенты, студенты, это вот два разных поколения или как вы чувствуете? Я скажу, наверное, вот это так, что когда говорят, что нынешние студенты, они плохие, я этого не могу сказать, потому что они просто другие. Они не плохие, они не лучше, они не хуже, они просто другие. Их надо понимать и любить такими, какими они есть. И говорят, вот они в гаджетах и так далее. Нет, они просто другие, их любить надо. А насколько они близки народу сегодня? К языку, к его истории, культуре? Если ребенок не говорит в семье, значит, соответственно, ребенок не говорит и в обществе. Поэтому вот все проблемы, какие заключаются именно с точки зрения языка, это семья. А школа какую роль играет? Школа, конечно, она помогает в этом. Да? То есть мы, если ребенок, скажем, говорил на мужском языке, школа всячески помогает. Сейчас вот если мы посмотрим в последнее время, вот наш институт, научно-исследовательский институт, они создали полный комплект УМКД. Там и есть и электронные варианты, и, скажем, письменные варианты. Все учебники, и рабочие тетради, все, что хотите. Полный комплект. Изучайте. Изучайте и радуйтесь. Вошло это в федеральный список? Да. Мы в федеральном списке, это радует. Те 2-3 часа и факультатив, это выход или нет? Конечно, нет. Конечно, нет, очень жаль об этом, конечно, это крик нашей души, вот, наверное, не только удмуртского языка, я вот, если с коллегами разговариваю, это многие национальные, конечно, республики это чувствуют, да, и все-таки нужно это на федеральном уровне, думаю, вопрос этот поднимать. Мы готовы, когда говорят, что вот у вас там книг нет, у вас еще что-то, мы готовы, мы даже ЕГЭ готовы сделать так, чтобы ЕГЭ принимали на удмуртском языке. Мы готовы к этому. Вот прямо на сегодняшний день. Я это с уверенностью говорю. То есть, Елена Александровна, пока еще есть, значит, такие специалисты, которые могут сделать и переводные какие-то материалы, да? Безусловно, безусловно, вне сомнений, у нас есть и институты, и министерство нас поддерживает, Министерство национальной политики, поэтому Удмуртский государственный университет всегда на нашей стороне. Но если вот эта часовая политика, она сохранится, например, да, насколько хватит вашего вот этого оптимизма и вашего вот этого воодушевления, скажем так?
Мы, конечно же, не опускаем руки. Ребятишки к нам пока приходят, слава богу. У нас очень много, даже и в городе, сейчас вот классы организованы, где ребята прямо с первого класса приходят и начинают учить удмуртский язык. Понятно, что это не для владеющих, а для невладеющих удмуртским языком. Целая, скажем, серия, вот, которая идет «Дечабура удмурткыл», да, «Здравствуй, удмуртский язык», он написан с 1 по 9 классы, поэтому вот, кто желает, пожалуйста, вот, родители имеют право с 1 по 9 класс изучать удмуртский язык. Mm-hmm. И затем, конечно же, прийти к нам. Дмитрий Анатольевич, значит, в университете преподается, изучается не только удмуртский язык, да, как я понимаю? В нашем институте ведется преподавание венгерского языка, финского языка, ну, понятное дело, английского языка, удмуртского языка, русского языка. Насколько близость вот это ощущается, вот этих языков? Ну, обычно такое стандартное стереотипное мнение, как обычно говорят, вы владеете финским, ну, мне задают вопрос, я говорю, да, финским, венгерским, они говорят, ну, хорошо, вы же удмурт, вам очень легко, значит, выучить эти языки, я говорю, да, это то же самое, очень легко, как человеку, владеющему русским языком, изучать английский язык. Но при этом дети, которые удмурты, они должны понимать, да, что это открывает, знание родного языка открывает перед ними большие возможности. Ну, конечно же, мы прекрасно знаем, что чем больше языков человек знает, тем больше у него кругозор. Те студенты, те абитуриенты, которые приходят из года в год в институт ваш, в университет, их знание родного языка, как вы можете оценить? Все-таки, наверное, к сожалению, надо отметить такую тенденцию, что, во-первых, количество ребят, которые знают удмуртский язык, свой родной язык, очень хорошо, количество таких ребят из года в год уменьшается. Но те, кто приходят, они очень хорошо знают удмуртский язык, но, опять повторюсь, среди них есть те ребята, девчата, парни, которые похуже уже знают удмуртский язык. Кто-то, может, в школе изучал, ну, не все классы изучал. У кого-то, может, было меньше занятий на одной неделе и так далее. Или кто-то в семье разговаривал, но в школе не изучал. Или, наоборот, кто-то в школе изучал, но в семье очень мало пользовались удмуртским языком. И поэтому, как бы, тенденция такая, что все-таки все меньше и меньше ребят, которые очень хорошо владеют своим родным удмуртским языком. Удмурт тілі фин-уғыр түркіміне кірген тілләрінің бірсі. Рус тілі білен бір реттен Удмурт республикасының дәулет тілі деп санала. Коми тілі һәм коми пермек тілләрі білен бірге фин-уғыр тілләрінің перм түркіміне кірі. Удмурт тілінде түркі тілләрден кірген 1000 шамасы алынма сөзлер де бар. Что сегодня надо вернуть в школу? В школу надо вернуть, наверное, важность удмуртского языка. Ну, очень часто родители, вот, ну, это ни для кого не секрет, родители всегда говорят, ну, куда мы с этим удмуртским языком? Я говорю, ну, давайте поставим вопрос другим образом. А куда вы с английским языком? Вот с английским языком вы никуда. Вот у меня ребята... Социологи, да, вот многие студенты у меня, вот кого я изучаю, у нас в Удмуртском университете очень много институтов, которые изучают удмуртский язык. Но это тоже для начинающих удмуртский язык, они не знают удмуртского языка. Там есть и студенты с Татарстана, говорят, а вот у нас в татарском языке вот такие слова, вот они, салам, там, так у нас тоже салам, да, то есть как бы радуются, таджики тоже, то есть когда разные-разные национальности ребята начинают изучать. И вот хочется тоже пример привести. Девочка изучала удмуртский язык, и когда она поехала уже в Англии, она была в Англию, как бы по стажировке, она по обмену студентами, она говорит, слушайте, я в тот момент так хотела вас где-нибудь найти и уменьшить несколько раз, и носить всегда в кармане. Я была важна не английским моим хорошим, когда узнали, что я знаю удмуртский язык,
Как вокруг меня толпами ходили. Ну, что-нибудь скажите, кто такие удмурты, где они проживают, какой у них язык, ну, какие-нибудь песенку спойте. Я, говорит, готова была вернуться опять в удмуртские языки, дальше изучать. Поэтому, вот, конечно же, хочется сказать большое спасибо вот поддержке. Благодаря поддержке Министерства национальной политики у нас есть бесплатный курс удмуртского языка, и там вот тоже кто желает удмуртский язык изучать, да, они тоже приходят, прямо вот начальная база удмуртского языка, и я думаю, вот они когда окунаются, не просто в сам язык, да, а я всегда даю и даже нашим студентам всегда говорю, удмуртский язык в межкультурной коммуникации. То есть я что-то нахожу с их традицией, что-то, их какие-то особенности, да. И вот когда начинается вот это сопоставление вот этих языков, они говорят, так интересно, давайте, а вот в моем языке вот это, а у нас в нашем языке пословица, у нас тоже так же, она также переводится, то есть как бы вот трудолюбие и так далее, вот разные темы мы берем, да, и то есть любой язык, он очень уникален, в том числе и удмуртский язык, вот в сопоставлении он еще интереснее. Татарстан республикасында удмурт халқының саны яқынша 23 мың тәшкел ете. Удмуртлар Әгірже, Баулы, Балташ, Кукмара, Менделеевск районарында көпләп яши. Бүтін Татарстан бойынша 15 удмурт балалар бақшасы, 45 мәктәп, 9 мәдәни үзәк, 14 фольклор коллективы эшләп килә. Қазанда удмурт мәдәниәте музейі ашылған. Татарстанда яшәүче удмуртлар қағидә булараҡ 3 тел: удмурт, татар һәм рус телләрен беләләр. Очень-очень-очень-очень мне жалко, вот, что удмуртский язык вот теряется, не разговаривает уже. Зачем это нужен, говорят, вот. Я с бабушкой жила, поэтому я все время про бабушку говорю, потому что не было у меня ни отца, ни матери, меня растила бабушка. И вот когда она гостей встречала, да, вот они напротив друг друга сидят, и вот прямо вот так вот она поет песню, и вот прямо вот так руку друг к другу прижимают. И это что обозначает? Это обозначает, что я тебя уважаю. С уважением я тебя пригласила к себе домой. Уважай и ты меня тоже. Вот. Вот именно вот это вот свое тепло, свое уважение, свою любовь она передает своим гостям. Именно вот это вот это объясняет, да. Күптән түгел Татарстан рәйсе каршындагы республикада яшәүче халыклар телләрен саклау комиссиясе ярдәме белән Татарстанда удмурт теле үз өйрәткечедә дөнья күрде. Вот по поводу сам учителя, который был издан в Татарстане, что бы вы могли сказать? Я просто балдею. Ну, по-другому прошу прощения, сказать не могу. Просто обрадовалась, просто радости было, я вообще не знаю, вот прямо слезы радости. Конечно же, во-первых, мне очень хочется сказать огромное спасибо татарскому книжному издательству, да, настолько шикарно выпустили учебник, потому что это, наверное, я вам, ну, не слукавлю, много уже самоучителей, но именно иллюстрированный, шикарный просто учебник, потому что вот если иллюстрации, вот я в детстве сама тоже так же любила, смотрю в книжке, о, картинок много, можно эту книжку взять и прочитать. Да, и поэтому вот, когда я увидела такие красивые иллюстрации, да, которые помогают для освоения вот удмуртского языка, я очень этому обрадовалась. Спасибо огромное, что вот именно через вас, скажем, да, уже вы поддерживаете наш удмуртский язык, нашу удмуртскую, скажем, культуру. А что вот унификация культур, унификация вот стирание всех границ, да, когда люди становятся, вот сейчас же говорят, человек мира, то есть это человек, который знает только один язык, скажем так, да? Ну, как вы считаете, вот это ли будущее народов, которые проживают в России? Конечно, нет.
Любой, я, ну это опять-таки, наверное, может быть, возможно, мое личное мнение, но если человек знает много языков, и когда говорят, что вот, ну, мы едины, и у нас должен быть один единый язык, мы интересны чем? Для других мы чем интересны? Мы интересны своей культурой, самой уникальной, вот самой национальной, самой традиционной, да. То есть для кого-то это, скажем, марийский язык, для кого-то это финский. То есть вот самобытность каждой культуры, вот этим мы интересны. А не тем, что вот будет единый какой-то язык, но далеко ходить уже не будем. Когда-то ведь был он, но почему-то ведь Господь нас развалил. А вот когда этот дом-то строили, пирамиду. То есть мы важны именно разными языками. Мы еще не знаю, наверное, ну, на 15% мы еще не изучили ту кладезь, которая у нас где-то хранится в библиотеках, архивах. Жалко, конечно, что они вот сейчас уходят, но опять-таки, опять хочу сказать спасибо нашей молодежи. Они те исконные традиции в новом ракурсе выносят нам, да. То есть да, что-то было в одном, но даже если вот эти одежду посмотрим, стилизованную, они какие-то элементы берут, и это уже в новом ракурсе выставляют. Это уже интересно. Да? То есть они где-то ведь это нашли. Вот даже, скажем, вот попасть, у нас есть кафе. Чтобы попасть в кафе, ну, в вечернее время, и чтобы у тебя скидка на все была, да, и на билет, и так далее, нужно сказать твое маршрутное имя. Да? То есть к какому роду ты относишься. Понятно, что 15% это не маленькие деньги, и каждый уже, а мам, а к какому роду я отношусь, да, а как мы были там? То есть вот, ну, какие-то вот нюансы, но можно плюсы из этого находить. Пищаясь энгырма, энкучилась кывыш, чай энгына туш пыш, кывырышен, джекшерышен, немьялэук, джичкыска чипырым, да, согласно последней переписи населения, вот те цифры, которые вы получили. Вообще перепись проходила, ну, из ряда вон плохо. Вот даже возьмем по моему району, где я проживаю, к нам вообще не приходили. Вот мы, где в коттеджном поселке, нас проживает 500 человек, удмуртов. Ни к одному из нас, ни в одну семью не приходили. И когда вот мы начинаем вот эту общую тенденцию смотреть, удмуртов стало меньше. Может быть, даже не меньше, но просто к нам не приходили, и мы просто выпали из этого списка. Когда вот мы вот разговаривали, например, с представителями чувашского народа, да, удмуртского народа, татарского народа, многие, например, других, татары, которые проживают в других регионах, многие из них говорят сейчас о такой проблеме, что люди стараются скрыть свою нацию. Вы вот с этим сталкивались или нет? Есть такое некое не то чтобы забывание, а вот даже стеснение, что ли. Именно вот эта тенденция была в 60-е годы 20 века. То есть повторение вот, идет, да? Нет, 60-е, 70-е, вот эта тенденция была. Нельзя было говорить, чтобы тебя не узнали, что ты удмурт, чтобы в транспорте ты не разговаривал на удмуртском языке. С 90-х годов, пожалуйста, говорите на любом языке, и молодежь сейчас радуется, что они знают удмуртский язык, и она звучит везде. Вот именно с молодежных уст. Вот такого стеснения нет. Сейчас нет у вас. Сейчас нет. Сейчас нет. Но я говорю о молодежи. О молодежи. А когда начинаешь вот как бы, а почему вот вы раньше не разговаривали, да, людей как бы более старшего поколения, они говорят, ну, вот нас вот принижали, вот нас вот говорили, вот вы не говорите на своем ватятском языке, что это вы тут на своем ватятском стали разговаривать, да? То есть вот их, как бы, это отложилось у них в голове, и все-таки они вот, видимо, старались своих детей учить русскому языку, как бы отучать от мужского языка, и вот этот результат вот мы видим уже сейчас.
Урал түбегінде һәм Удмуртияда бүгінгі күндә удмурт тілінде яқынча 464 мин кеше сөйләшә. Удмуртия республикасының 191 мәктәбендә удмурт теле туған тел буларак өйрәнелә. Китаплар шул исәптән оригинал һәм тәрҗемә нәфис әдәбият нәшер ителә, теле һәм радио тапшырулар алып барыла, гәҗит һәм журналлар чыгарыла. Кечпино кион. Удмурт калык выжыкыл. Улем вылем кечпи. Соленни мыс Тимош вылем. Одик пол Тимош, улёш тыс, люкичка сакулем. Вот я всегда выступаю, вот когда перед родителями, вот в классы приходишь на родительское собрание, они говорят, ну вот мы не будем изучать удмуртский язык, в связи с чем? Ну вот, вот просто не хотим. Ребенок там нагружен, перегружен и так далее, да. Вот, ну, они находят массу других причин. И тогда я говорю, вот если я, вот представьте, вот я перестала говорить на русском языке. Вы завтра перестали говорить на русском языке, третий перестал говорить. Что получается? Русский язык исчез. Но я могу на удмуртском общаться. Мне не нужен посредник русский язык. Да? То есть я могу на удмуртском общаться, удмурт с удмуртом, и русский мне не нужен. Но когда я для сохранения русского языка учу стихи, пришел, скажем, песенку спел. Вот ваш ребенок пришел на осмотр, на удмуртском языке песню спел, два слова каких-то выучил, да? Пришел, маму поздравил на удмуртском языке. Да? Вот этим самым вы помогаете сохранять мой язык. Да? То есть я ваш помогаю сохранять, а вы сохраняете мой. Это вот в этом тандеме мы должны жить. То есть вы за обязательное изучение удмуртского языка всеми, кто проживает в Удмуртии? Да. Вопрос только один единственный. Да, по-другому быть не может. Курсы, вот почему-то все начинают вот... паниковать. О, я же не знаю удмуртского языка, как я смогу ребенка научить, если он не понимает, как ему помочь. Есть разные виды обучения языку. Разные. И их, вот этих методов, технологий море, миллионы. Да, в наш-то век цивилизации. То есть, если ты не знаешь, как ребенку помочь, есть электронные версии. Послушал, произнес. Послушал, сделал. То есть много вариантов. Вот. Но обязательно должен быть в учебном плане школы для всех. Ну, в учебном плане пусть он будет для всех, а какой из них выберет, это я думаю уже школа или класс, или вот родители, скажем, все собрались, вот, скажем, они выбирают УМКД Дечабуро-Удмурткыл, то есть... И они работают по этому учебнику. Скажем, то есть может упрощенно быть, да, какой-то программа? Обязательно, там. Обязательно. То есть вот этот комплекс, он уже есть в Удмуртии. Елена Александровна, что нужно сегодня, чтобы поднять вот это самосознание народа? Надо просто любить свой язык. Любить язык и понимать, что... Вот я просто на своем примере всегда об этом говорю. Сын у меня пока говорит на удмуртском языке, но я сказала, но если ты не продолжишь изучение удмуртского языка и не передашь его своим детям, на тебе будет большое проклятие. Это сколько поколений до тебя держали удмуртский язык и до тебя вот эту красоту, да, вот языка привили к тебе, а ты раз ей... его каким-то образом, скажем, ну, перестанешь на нем говорить. То есть вот я даже вот, ну, своей семье вот это... Ну, это страшно, конечно, страшно. То есть обрывать нельзя? Обрывать ни в коем случае. На тебе будет проклятие. Я всегда так говорю, да. То есть как бы это не зря наши родители, да, прадеды и наши предки столько вот сохраняли вот наш прекрасный такой певучий удмуртский язык.
Шабаталары білен дүния музыкасына буран сыман келіп кірген удмурт қолқының барлығын білдірткен буран әбилері әлі де біздің қатырбізді. 10 ел үлегік удмурт тілінде жырлаған халықының ғырып-ғадетлерін, кеймлерін, милибизе, ну әйбірлерін бар дүнияға көрсеткен буран әбилері халықның тілін, мәдениетін, сәнғатын яңа үрлерге көтерді сыман. Бұл көтеріліш ұзаққа созылмаса да, оның шатқылары халық көңілінде ұзақ йыллар әлі пысқып тұрды, һәм әлі де сөнмәді дегенге бик тә ышанасы килә. Чөнки халықның үзаңын күтәрүдә ниндидер бер этәргеш көч кирәк. Ниндидер терек, өмет, ышану һәр вакытта яшәргә тиеш.